Ну вот. Другие 78. Ой, другое. Доступно 26 мегабайт плюс 5,7 мегабайт. То есть память сожрал почти всю. Ну, правда, приложение у меня порядочно стоит, но другим хватало. 30 метров оставалось. Ну, конечно, 3D экранчик тут интересный. Ну, вот такой он Shell 3D для Android. Но вылетает, если пытаешься другой рабочий стол поставить. А так все, пашет. Ну вот, еще этот начал подглючивать.